Привет, Мухаязов. Свяжем сегодня бушку говнянку. Крючок Чинуринг 05. Монтажка черный капрон. Самодельный мой. Я уже о нем рассказывал. Носик неон грин, носик или точка атаки, как лучше. Формируем точку атаки. Основное тело у нее черный. Закрепили. Крепим спинку. Спинка из фантика. Вот. Узбекской сосательной конфетки. Узбекская, она или таджикская. Но сосательная это точно. Так. Пару витков неярно здесь дадим. Крепим наш сегмент. Сегментировать мы будем новым для меня материалом. Раньше комариков только вязал. Думаю, дай-ка попробую. Вот такой вот. Номер 20. От фирмы Хенс. Все, формируем тело. Тело такое веретенообразное должно быть. Головка унитрейд оранж. Крепим пленочку нашу. Лишнее оборвали или обрезали. Узелок контрольный. Монтажку на отвод. И начинаем
сегментировать. Дохленькая муха получилась. Ну, весна. Так, хакал, перо, гризли. С одной стороны его обрываем. Вот внутренняя сторона пера и нижнюю часть. Той стороной, где оторвали ости, прикладываем к мухе, у головки нашей мухи, прихватываем это дело и делаем один оборот. Закрепили. Теперь я что делаю? Я вот сюда вот вперед увожу ее и на несколько раз закрепляю. Там хлоп и все. Оборвали перышко. Завершая финишный или завершающий узел. Лишние. Перышки эти, бородки, такими маникюрными щипчиками я удаляю. О, какая блестящая. И лакируем головку. Лак использую финишный маркер Intarz. Ну вот, как-то так. Такая вот говняночка. Ну вот такой фантик используется для говнянки. Но секрет в чем? Отрезаем полосочку. Миллиметра два. Но используем только верхнюю часть от этой полосочки. То есть вот ее надо расслоить.
Бичу. Она вот состоит из двух частей. И вот ее надо расслоить. Вот она. Эту можно выкинуть. Она простая. А вот это вот у нас как раз и пойдет на изготовление мушки.